Как театр начинается с вешалки, так и танцевальный фестиваль стартует еще в гримерке. Горящие глаза, легкое волнение, приятная суета, заключительное напутствие наставника. До выступления остаются считанные мгновения. И вот, наконец, долгожданная сцена. Момент, к которому ребята так долго и упорно готовились. Более 200 мальчиков и девочек стали участниками хореографического фестиваля. Возраст танцоров от начинающих 4-6-летних малышей до уже вполне взрослых и опытных ребят. Творческие постановки самые разнообразные. Здесь можно было увидеть балетные, классические, эстрадные, современные номера, а также народные танцы. Вот, например, «Лезгинка». Алена Гриняева, участница хореографической студии «Надежда», занимается танцами уже 6 лет. За эти годы она освоила много разных направлений, но лезгинку она всегда исполняет с особыми чувствами. Лезгинка очень трудно танцевать, очень сложно. Мы очень сильно старались, но лезгинка она веселит, поднимает настроение, ты становишься бодрым. Очень веселый танец. Воспитанники ансамбля «Акцент» детской школы искусств поселка Развилка представили яркий танцевальный номер «Деревенские вечера». Стилизованные костюмы, русская мелодия, интересный сюжет и, конечно, артистичные танцоры. Вот секрет успеха этой постановки. Очень сильно бурлило все. Я надеялась, что я не оступлюсь и не упаду на сцене. Мне хотелось хорошо выступить, чтобы всех удивить. Так что ж, покорили зрительный зал сегодня? Судя по аплодисментам, да. И зрительный зал действительно был покорен. Великолепно, просто великолепно. Все-то, знаете, какой-то праздник сегодня такой, вот именно что чувствуется и весна, и настроение хорошее. Молодцы, дети такие все талантливые, умницы. Самое интересное, то, что когда они репетируют, они могут как-то стушеваться там, где-то запутаться, еще что-то. Но когда они выходят на сцену, они настоящие артисты. То есть их ничего не смущает, у них улыбка на лице, и абсолютно молодцы. Остались довольны выступлениями ребят и их педагоги. По мнению наставников, участие в фестивале – это бесценный опыт и незабываемые впечатления. Мы первый раз на этом фестивале. Мы очень рады, что мы попали сюда, потому что это определенный опыт. Мы посмотрели другие коллективы, мы видим, как занимаются другие дети. Я думаю, что мы сделаем соответствующие выводы. Нам было очень интересно со всеми познакомиться, посмотреть с хореографами, с детками. Это очень замечательный фестиваль. И хочется пожелать, чтобы яркий, зрелищный фестиваль «Радуга танца» с каждым годом становился все более масштабным и росло количество его юных участников. Екатерина Коваленко, Владимир Андрианов и Елена Кошелева. «Видное ТВ».